привет! Всем привет! Я гуляю с больной. Да, я таки немного заболела. Но я нормально. У меня вообще весь процесс пошел наоборот. Сначала у меня начался кашель, потом у меня начались сопли, а потом у меня начало болеть горло. Прямо как у тебя, только наоборот. Ты такой нежный женский голосочек. Да, я курила много. Накурилась, боже мой. Вот я стою сейчас такая одетая вся. И вы, наверное, думаете, ой, где это она стоит? А я стою в квартире. Так холодно. Мы тут провели час, и я уже очень замерзла. Очень-преочень. Здесь холоднее, чем на улице. Да. Я говорю, Дима, пошли на улицу, я замерзла. Реально холодно очень. Зима. Украинская квартира. Знаете, где мы снова? Погонять. Если Катя улыбается, а я грустно, значит, мы снова приехали в торговый центр. На самом деле, я просто хочу зайти в Women's Secrets. Я видела там вчера огромные вообще распродажи были и такие же огромные очереди. Смотрите, розовая машинка. Да, очень мило. Пошли, перейдем? Да, переходим. Я вчера не смогла ничего там купить, но мне очень хочется. Я захотела сегодня приехать. Очень хочется. Да. Мы зашли сейчас в магазин домашнего уюта. Вот, магазин домашнего уюта, и мы хотим Habitat посмотреть солянку и перечницу. Это для дома. Да, для киевского дома. Сейчас так красиво, здесь как в Икее. Правда, здесь красиво? Да, я так люблю посуду выбирать, мне так нравится. Здесь очень красиво. Мне нравится этот цвет. Ой. Красивый цвет. Мне голубенький нравится. Да. Мне голубенький тоже красивый, вот такой. Ну, согласен. А еще есть желтый. Я нашла такие. Сколько стоят? 25 евро. Но они такие, знаешь, ну, очень хорошие. И даже держишь, так чувствуешь власть. А еще есть такие белые сковородочки, которые, как говорит Катя, одноразовые, потому что они не отмываются. Правда, Катя? Кать, а такая не подойдет? Это клевая, она 40 евро стоит. 40? Если вдруг ты разозлился, что не соленая, а блин. На. Ты хозяин в башке. Где-нибудь ты не посолил. А черные дешевле стоят. Слушайте, это как с айфонами. Белые дороже, черные дешевле. Я в кофемашинах не разбираюсь, но вот это очень красивое. То для чего? Знаю. Траву кушать. Она в таком зеркале, я такое мечтаю. Это очень удобно. Тут нормальное лицо, а тут такое после Нового года. В 5 раз больше. И оно прям вот так. Посмотри, как тут все видно. Пружинистое, классно. Там у меня такая кожа плохая, оказывается. Посмотри, у тебя тоже. Посуда
в мраморном стиле. Очень эффектно смотрится. Смотрится стильно. Сколько стоит такая? 18. Сколько? 11.80. А тарелочка, которая внизу? 12.80. Очень интересный магазин. Habitant называется. Он такой, как Sarah Home, только поинтереснее. Дороже. Не, ну здесь интереснее товары, чем Sarah Home. Sarah Home постели лучше. Мы снова вернулись в Hollister, и дня не прошло. Катя, что себе еще хочешь купить? Нужно здесь скидки. А если скидки в Hollister, то этого пропускать не стоит. Потому что магазин сам по себе дорогой. Вот такую Катя вчера купила. Ну как тебе? Мне нравится, но мне Катя поставила ультиматум. Либо вот эту рубашку, которую я сейчас меряю, либо вот эту. Я сейчас еще вот эту посмотрю еще раз. Я уже ее одевал. Сейчас еще раз посмотрю. Давай. Ну, мне это больше нравится. Правда? Да. Кате нравится такая синяя. А Диме она вообще не нравится. Мне не нравится. Потому что она слишком теплая. Не знаю вообще. Она прикольная на зиму, мне нравится. Ну как хочешь, тебе же носить. Ну да, мне нравится тогда. Я ее беру. Мы сейчас едем в центр, хотим погулять. В общем, у нас сегодня получилась стандартная наша наработанная схема. Катя захотела пошопиться, а я не хотел. Она меня заставила, мы приехали, и я себе что-то купила, а Катя ничего не купила. Это? Мы приехали в центр, к морю. Блин, мне не хочется отсюда уезжать, а мы уже скоро уезжаем. Даже еще не хочется по той простой причине, что у нас там экзамены. У нас там в Барселоне завалы будут. Здесь так клево, солнышко, набережная. Devotion that brings me down.